11 августа вышел приказ о зачислении на бюджетную форму обучения магистрантов и заочников Казанского федерального университета. Всего приказом было зачислено 2468 абитуриентов. Из них 1753 человека на магистерскую программу и 715 человек на очно-заочную форму обучения бакалавриата. Наиболее востребованными магистерскими программами стали такие направления, как экономика, менеджмент, информационная безопасность. Востребованность магистратуры, она связана с требованием рынка труда, потому что на сегодняшний день рынок реагирует на магистерские дипломы, и многие должности, многие специальности нельзя занимать на сегодняшний день, если не имеешь магистерского диплома. Вот это вот связано особенно в сфере образования, это в юридической сфере достаточно активно проявляется. Что касается заочной формы обучения бакалавриата, то здесь спросом пользуется международная журналистика 13,7 человек на место и педагогическое образование 12 человек на место. В основном молодые люди сюда идут на заочную форму обучения, которые не имеют первого образования. А высоковозрастные, они, как правило, имеют первое образование, и поэтому они идут на магистратуру, чтобы за 2 года получить. Те же, которые стремятся и работать, и получить образование, вот это вот контингент поступающих на заочную форму обучения. Уже 15 августа выйдет первый приказ о зачислении на контрактную форму обучения. Туда войдут абитуриенты, которые к этому времени уже заключат и оплатят договора. Арина Михайлова, Олег Апачаев, Универньюз.